Так, Елена Александровна. Вы хорошенький персик. Знаете что, я сейчас увидел эту самую, как она называется, эту венгерку. Надо вон будет. Вон она висит. Там еще напомните, там еще, может, венгерки остались, хочу угостить. Ага. Настоящие. А это у меня какая-то одичавшая венгерка оказалась. Привил все как положено, но плоды меньше 2-3 раза своих собратьев. Так бывает. Но мы здесь из-за яблонь. Давайте смотреть. Вот здесь у меня растут по порядку. Вот это яблоко, да, оно висело. И я все думаю, забор рядом. А мне надо это самое, фильмы снимать. А вас ждал. Здрасте, дождался, вот оно последнее. Угадайте, что это такое. Апорт, наверное, у Матинской. Апорт, правильно. Так, но в этом году жигулевские все мелкие. Давайте его посмотрим. Вы возьмите апорт в руку, а я жигулевскую возьму в руку. Вот. Это размер средний. Значит, я не соревнуюсь с чернобаем, я вас привезу к нему. У него самое крупное, раза 1,5 больше. Так. Вот. Жигулевская тоже самая крупная, 2 раза больше этого. Вот. Сейчас мы его разглядим. Вот. Они уже сейчас очень вкусные. Уже сейчас. Пробуйте, у меня их много. Да нет. Я же запасся уже. Хочется грушевые после вкуса. А я хотел, я на том участке вам показал же этот голден-то железово, да? Вот, на дереве. А этот упал. Это, конечно, картину портит. Ну ничего, пойдемте дальше. Вот, здесь тоже у меня есть голден. Вот это дерево, оно не стало расти, я не знаю почему. Но плодоносит регулярно. Видите? А это сорт-то какой? А это тот же голден. Да, смотрите. А в магазинах такие? Голден. Они все одинаковые, ровненькие. Так это еще раз говорю, Golden Delicious к нему отношения имеет. Другой. О, да. У него есть, значит, фирменное отличие какое. Они очень разлапистые, видите, деревья. Они как-то не вверх, а в стороны больше растут. Ладно, чтобы эту тему закончить, хорошо, хоть там хоть что-то осталось. Вот. Идемте сюда. Значит так, там уже пусто, пусто. Так, жигулевские уже пусто. Ага, пипины. Так, вон, просьба поднять вон то. Ага. Вон оно. Потому что я уж туда не полезу. Вот так. На дереве уже нет фактически. Так. Вот, вот он самый есть. Вот этот вот, он наиболее крупный. Потому что, смотрите, вот эти даже мельче. Кстати, уже зимнее яблоко, да, считается, что не то, что несъедобно. То есть ему еще лежать надо бы. Оно лежит до следующего урожая, вы поверите. Не до весны. Пипин шафранный? Да. У меня 2 таких. Пойдемте, со вторым познакомлю. Кстати, еще одна грушка упала. Да, и на дерево еще. То есть, по-моему, она сейчас только упала, потому что ее не было. Прямо на глазах. А так бывает. Посмотришь на дерево, падает. Вот. Вот это северный синап. Вот он, видите? А он не самое крупное. Вот они. И это год, ну, не самый хороший, так скажем. Так. Он тоже лежит до следующего урожая. Вот это главное качество. Но вот этот вот, в одно время считали, что это лучший сорт мичурина. Пипин шафранный. Почему? Из зимних, чисто зимних сортов дубовых, ну как бы дубовых, твердых, у него наиболее количество сахара. Он даже, он считался лучшей переработку. Вот так, кинем куда-нибудь. Ну, вот. А и что интересно, да, пипин все-таки упал, вот там осталась парочка. А это еще ни одна не упала. Угу. Вот эти. Ну, пойдемте. Но это не их год. Сегодня в этот год неправильно. О, жигулевская. А смотрите, как ровно упали в рядочек. Вот. И совсем измельчали. Стыдно показывать. И я вам еще хотел показать.
дерево такое же, как там. Смотрите внимательно, фотографируйте. Вот, это снова баргузин. Красота. Вот это здорово сфотографировать. Вот он, баргузин, еще один. То есть это колоновидная яблоня. Смотрим. Никто ее не формировал. Он еще под крышей яблочко вижу. Вот самое. О, никто его не формировал. Вот такое оно и есть. То видели, какое разлапистое? А теперь, это же технология, это же учеба, уважаемая практикантка. В чем разница между тем и этим? Сорт одинаковый, подвой одинаковый. Вот. Чтобы сэкономить время, отвечаю сам. Оно растет в полутени и тянется вверх. То на солнышке, то да, здесь недостаток света. Вон какой штамп себе вырвал. И наконец, раз уж снова. Ему сколько лет? Этому? Этому 4. Четвертый. Я могу на год ошибиться, но скорее всего нет. И еще раз, друзья мои, вот это вы должны четко знать, что штамп не предназначен для плодоношения. Сама идея плодоношения на штамбе, не на боковых ветках, а на штамбе, она порочна, она ошибочна, и она смертельно опасна для кошельков. Миллионы саженцев. Знаете, когда появилась идея выращивать коловидку, началось там ясно с яблонь. Они наиболее, это, их легче найти коловидную форму, легче найти близкое междуузлие, да? Вот. И в результате появилась мода. Вот, казалось бы, все. Одна фотография, я смотрел как, вижу фотографию, красивый глянцевый журнал. На переднем фоне метровая яблоня, вся в плодах, явно там их около ведра. А что интересно, за тем фоне тоже яблоньки. Но на одной, я же, вот на передний план все видят, а на заднем плане на одном 3 штуки, на другом 1, на третьем 8. Вот. А сфотографировали то самое. И кто-то решил, что мы берем в междурядьях метр, вот, в ряду 40 сантиметров, садим, ну, то есть как помидоры, умножаем это дерево, которое на фотографии, на гектар. Растений на гектар, да, получаем сумасшедшую цифру. И вся страна завалена. Прошло 85-88 год. 30 лет. Все ждем. А так как никто не останавливается, то есть те же глянцевые журналы, те же самые фотографии, которым 30 лет, так, и в результате гибель для кошельков продолжается. Они худеют, взамен ничего нет. Вот, я не хвастаюсь. Вот здесь я собрал не больше 5 штук. Вон висит 6-е, там, может, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е. Это все. И так будет каждый год. После моих 40-градусных зим. Зато все-таки оно компактное. А что толку? 10 штук я насчитал, да? С него. Да? С того получилось штук 25. Но оно на солнце. А на этом штук 10. А рекорд у меня есть, это 5 ведер. Он действительно мировой. Но дело в том, что это дерево на следующий год у меня погибло. Я не могу его предъявить. У меня, да, телевидение снимало, это все честно. Но это результаты от нуля до вот этих 5 ведер. А середка — это даже не 2, не 3 ведра. Середка — это 3-5 яблок, 2-3 года, а потом это. Или прекратить эту дурацкую эту самую пропаганду, отрезать боковые ветки. Пусть растет карликом, как то дерево. То мне еще даст, то себя оправдает. Она мне за все годы несколько ведер все-таки даст. Ну все, выговорился. Тему с яблонями заканчиваем. Еще есть несколько интересных тем.